Следующая страница, следующее задание — это sharing opinions. Practice conversations with other students, share opinions and give reasons for your opinions. Переводится это так. Практикуйте диалоги, conversation, разговоры с другими студентами, share, делитесь мнениями, и and give reasons, и дайте причины для вашего, ну, как бы аргументируйте свои мнения, opinions. In your opinion, ну, по вашему мнению. Who is the most popular actor, actress in your country? Кто самый популярный актер или актриса в твоей стране? Ну, может быть, Александр Петров сейчас самый популярный. Как это сказать на английском? Александр Петров is the most popular actor in my country. Who is the most popular TV star? Кто самая популярная звезда на TV? Ну, я предположу, что это Иван Ургант. Как это сказать на английском? Иван Ургант is the most popular TV star in my country. In Russia. Я говорю про Россию, потому что я из России. The best singer. Кто самый лучший певец? Это, наверное, субъективно. Для кого-то Киркоров is the best singer. Для кого-то там Баста is the best singer. Так, второе. What's the most popular car in your country? Какая самая популярная машина в твоей стране? Лада? Да? Наверное, самая дешевая и самая популярная из-за цены. Там, Lada is the most popular car in my country. The most popular sport. Какой самый популярный спорт? Ну, это 100% хоккей. Hockey is the most popular sport. The best newspaper. Самая популярная газета. Какая-нибудь локальная? У каждого города своя локальная. Ну, допустим, Коммерсант. Коммерсант is the best newspaper. Только не популярная, а лучшая. Is the best newspaper. The most popular magazine. Это журнал. Magazine. Я не знаю, да, к примеру, какой-нибудь Men's Health. Да, есть же такой журнал. Российская редакция. Men's Health, the most popular magazine. The best TV program. Ну, мне нравится «Вечерний Ургант». «Вечерний Ургант» is the best TV program. The most popular food. Какая самая популярная еда? А, в России. В моем случае. Ну, может быть, пельмени? Dumplings. На английском будут пельмени. Dumplings are the most popular food. Dumplings, я думаю, если это множественное число, я использую глагол to be are. Dumplings are the most popular food. Или борщ. Борщ is the most popular food. Ну, к примеру, это может быть стереотип, потому что я сейчас живу в Штатах и как бы начал уже думать так, стереотипами. Мне их навязали, наверное. Вот третье. What is the best city in your country? Так, это вообще нельзя говорить. Меня поругают. Не знаю. What is the best city? Я из города Тольятти, я буду говорить про свой Тольятти. Про свой город.
Тольятти is the best city in my country. Тольятти самый лучший, the best is the best of the best, самый лучший из лучших город в моей стране. What is the worst city? Какой самый плохой? Можете ответить сами. Такой-то, такой-то город is the worst city in my country. Why? Почему? Тоже. Because? Потому что там нет, там, к примеру, музеев. Это тоже субъективно. Кому музей, кому кинотеатры, кому погода нужна. Так что каждый сам может ответить. What are the most interesting tourist sites in your country? Какие самые интересные туристические достопримечательности, tourist sites in your country, в вашей стране? Ну, скажу так, самые красивые города, Moscow and St. Petersburg are the most beautiful cities in my country. Вот так можно сказать. Красивые, я имею в виду по там архитектуре. Любые другие города могут быть красивее по природе, к примеру. What are the most popular vacation places? Какие самые популярные места для туризма, ну, для отдыха, для vacation — это отпуск, для отпуска. What are the most popular vacation places? Какие самые популярные места для отпуска? Ну, наверное, южные города, такие как Сочи. Сочи is the most popular vacation place, место. Who is the most important person in your country now? Кто самый важный человек в вашей стране? Ну, я important, важный, я не знаю, кто самый важный, но кто самый знаменитый, я могу сказать. Ну, кого знают во всех странах? С кем ассоциируется Россия, да? Это Путин у нас. Путин is the most important person. Не подано, а is the most popular person in my country. Why? Почему? Потому что. Who was the most important person in the history of your country? Так, кто самый важный человек в истории вашей страны? Не знаю, это тоже какие-то политические вопросы. Можете самостоятельно на это ответить. И почему? Why? Who is the most important person in your life? Кто самый важный человек в твоей жизни? My wife is the most important person in my life. Why? Because she is my wife. That's all. Write about this person in your journal. В общем, напишите об этом человеке в своей тетради. Так, chapter summary — это основная грамматика этой главы. Эта глава была об superlatives. Это превосходные степени прилагательных, и поэтому has the smartest, он, he is, he апостроф s, это сокращенно от he is, глагол to be is. He is the smartest, он самый умный, he is the nicest, он самый хороший, he is the biggest, он самый большой, he is the busiest, он самый занятой, person I know. Ну, человек, которого я знаю. He is the most talented. Это те прилагательные, которые имеют более двух слогов. Поэтому превосходная степень образуется с помощью the most.
the most talented, самый талантливый person I know, которого я знаю, человек, которого я знаю, и has the most interesting, он самый интересный person I know, человек, которого я знаю. Так, и key vocabulary – это словарный запас, который нужно знать к концу этой главы. Так, describing – это, ну, описывая, описательные, которые описывают прилагательные. Bad, worse, the worst – это плохой, хуже и самый плохой. Boring – это скучный. Bright – яркий. Cheap – дешевый. Comfortable – удобный. Наверное, комфортный. Convenient – как раз-таки удобный. Dependable – надежный. Elegant – элегантный. Energetic – энергичный. Fashionable – стильный. Fast – быстрый. Friendly – дружелюбный. Funny – ну, смешной, забавный. Generous – это щедрый. Good, better, the best. Три степени сравнительного прилагательного. Good – хороший. Хороший, better – лучше, best – лучший, самый лучший. Good, better, the best. Helpful – это полезный. Honest – честный. Horrible – ужасный. Interesting – интересный. Kind – добрый. Large – большой. Lazy – ленивый. Lightweight – lightweight – это легкий. Long – длинный. Mean – злой, подлый. Nice – хороший. Noisy – шумный. Obnoxious – противный. Хулиганистый. Patient – это терпеливый. Polite – вежливый. Popular – популярный. Powerful – мощный. Pretty – красивый. Rude – грубый. Short – короткий. Sloppy – это неряшливый. Small – маленький. Smart – умный. Stubborn – упертый. Talented – талантливый. Ugly – безобразный, уродливый. Wonderful – чудесный. Так, следующая глава. Side by side – газет. Так, что здесь у нас есть? Side by side, газет. Did you know? Знал ли ты? Did you know? Знал. Ну, do you know – это знаешь, а did – это прошедшее время, simple past – знал. Ну, как бы какой-то факт. Знал ли ты что-то там, допустим? Did you know? И послушаем. Did you know? The longest car in the world is 100 feet long. It has 26 wheels, a swimming pool, and a waterbed. The world's biggest costume party is the Carnival celebration. Так, стоп. Хотя нет, понятно. In Brazil, every day during Carnival, more than 50,000 people walk through the streets in costumes. The largest subway station in the world is Grand Central Terminal in New York City. Every day, more than 500,000 people pass through the station. The biggest igloo in the world
is the Ice Hotel in Sweden. It has rooms for 150 guests. Every year, workers have to rebuild the hotel because it melts in the spring. Вот такие вот факты. Типа, знал ли ты? Так, как это перевести? The longest car in the world is 100 feet long. Самая длинная машина в мире 100 футов длиной. It has, в ней 26 wheels. Она имеет как бы 26 колес, wheels, a swimming pool, бассейн плавательный, и waterbed. И waterbed — это водяная кровать, наверное, водяной матрас. The world's biggest costume party in the carnival celebration in Brazil. Ну, как раз про бразильский карнавал. Самая большая костюмированная вечеринка из, ну, как бы, это карнавал, празднование карнавала в Бразилии. Every day, каждый день в течение карнавала, more than, больше, чем 50 тысяч людей проходят walk through the streets, проходят через улицы в костюмах. In costumes. The largest subway. Самый большой subway — это метро в Америке. У нас это в России метро. В Великобритании это underground, подземка. А subway — это тоже как подземка. То есть sub — под землей, subway. The largest subway station in the world is Grand Central Terminal. Это Grand Central, станция в Нью-Йорке, в Манхэттене. New York City. Every day, каждый день, more than half a million, каждый день больше, чем полмиллиона людей, pass through the station. Pass — проходят через станцию, проходят через станцию. The biggest igloo in the world is the Ice Hotel in Sweden. Igloo — это дом эскимосов, то есть такой ледяной отель изо льда. The biggest igloo in the world — самый большой дом изо льда. Это Ice Hotel — это ледяной отель, hotel in the Sweden, в Швеции. It has rooms, в нем комнаты для 150 guests, гостей, every year, каждый год, рабочие, workers have... каждый год рабочим из этого отеля нужно rebuild, перестраивать отель, rebuild, ну, как бы строить заново отель, перестраивать отель, потому что because it melts in spring, он тает весной. Вот так вот, экзотика. Так, fact file. Page 59. Build your vocabulary. Adjectives with negative prefixes. They're uncomfortable. They're unfriendly. They're unhealthy. They're unsafe. They're impatient. They're impolite. They're inexpensive. They're dishonest. Так, о чем здесь речь? Здесь прилагательные с
противоположным значением. То есть, если comfortable — это комфортабельный, удобный, uncomfortable — добавляем un, uncomfortable — получается неудобный. Unfriendly — это недружелюбный. Unhealthy — вот здесь вот картошка фри, неполезное, нездоровое. Unsafe — это небезопасный, вот скутер, самокат. Impatient. Impatient — это нетерпеливый. Impolite — это невежливый. Inexpensive — недорогой. Dishonest — это нечестный. Так, с этим все.